Здравствуйте. Эфир телеканала «Юрген» продолжает программа «Случай из практики» в студии Екатерина Борж. Сегодня у нас в гостях президент Всемирной организации родителей, признанный специалист в области дошкольного воспитания и детской психологии Алла Баркан. Алла Исаковна, добрый день. Добрый день. При взрослении ребенка с трудностями сталкивается любой родитель. Сегодня вы можете задать вопрос нашей гости или рассказать, как вы преодолеваете сложности в воспитании. Телефон прямого эфира 51-67-67. Звоните и, конечно, пишите в нашу народную студию моей коллеги Евгении Лебедевой. Женя, приветствуем тебя. Катя, тебя тоже приветствую. Здравствуйте, Алла Исаковна. Я приветствую всех телезрителей. Народная студия начинает свою работу. Я с нетерпением жду ваших вопросов. Номер ICQ, как всегда, вы видите на ваших экранах. Спасибо большое, Женя. Алла Исаковна, вначале я хочу вас поблагодарить за то, что нашли время для нас, для посещения эфира, и отдельно поблагодарить группу компаний «Открытый диалог», которые, в принципе, организовали ваше присутствие и в городе Сыктывкаре такой удачный случай пообщаться с таким человеком, очень известным и именитым. Столько книг, масса книг по детской психологии. Кроме того, вы еще пишете стихи, насколько я знаю, так, художественной литературы. Вот почему вы решили заняться именно детской психологией? Вот у вас масса профессий. У меня, если даже есть несколько профессий, то все они связаны с детьми. И дело в том, что детская психология, она сейчас востребована, потому что очень многие родители воспитывают детей по инерции, по интуиции, и не всегда воспитывают так, как надо. А урожай они уже собирают, когда эти дети становятся взрослыми, а потом эти родители удивляются, почему вот они как будто бы в детстве все сделали для детей, особенно покупали ему массу игрушек, покупали модную одежду, выполняли все желания, а когда дети вырастают, они забывают даже хоть раз в день позвонить, узнать, как эти родители себя ощущают, как они себя чувствуют, здоровы ли они. И, в общем-то, все начинается с детства, и именно с того, что воспитывая они этих детей, акцент делали на различные материальные ценности, но абсолютно не задумывались о других ценностях жизни, хотя бы духовных. И я знаю много семей и много детей, которые, в общем-то, в жизни имели минимум вот даже современных гаджетов, но они вырастают, и они заботятся о своих родителях гораздо больше, чем те, которые, казалось бы, должны были заботиться. И всего-навсего только потому что им привили правильные... Они даже неправильно, они ощущали любовь, безоценочную любовь родителей. А во многих семьях есть любовь, но оценочная. Если ты получил что-то хорошую оценку, хорошее, да? Тебя надо поощрять. Если ты, да, что-то сделал хорошее, то ты хороший ребенок. А просто так любить ребенка за то, что он есть, за то, что он существует, не каждый умеет. А ребенок хочет, чтобы его любили за то, что он есть у вас. И потом, когда он вырастает, он по-своему все это осознает и понимает, что, в общем-то, в детстве его любили не так, как надо было бы любить. То есть, получается, самый главный принцип воспитания ребенка – это вот какая-то безудержная, безотносительная любовь? Так? Нет, как я определить? Не могу сказать безудержная, потому что уже когда безудержная что-то, это уже страсть какая-то. То есть, именно разумная надо. Любовь, и любовь такая, чтобы ребенок ощущал, что он нужен в доме, что он, даже если он совершил какой-то поступок, который, может быть, не надо было совершать, то это не из-за того, что он плохой, а из-за того, что он очень еще мало понимает вот нормы поведения в обществе и в нашей жизни. И родители, в общем-то, понимают, что он тоже этого мало понимал. И они понимали, вот я все слово понимаю, потому что мне вчера задали вопрос, любовь – это понимание ребенка или нет? Да. Это понимание потребностей, понимание его настроения, понимание его поступка в данный момент, и как бы реабилитация его, что он все это сделал не из-за того, что он именно плохой ребенок, а потому что он хотел сделать хорошее, но это хорошее получилось не так, как мы понимаем хорошее. Его еще просто этому не научили. А когда родитель по-настоящему любит ребенка, то он умеет прощать, он может как-то ему помочь вот стать таким, каким сам ребенок желает быть. И это удается практически всем родителям, которые любят детей. Но не за то, что он отличник, или за то, что он аккуратный, или за то, что он там умеет себя вести как надо. Вот я хочу тогда в двух словах сказать, у меня только что вышла буквально 10 числа новая книга, которая называется «Ручной ребенок или непокорный? Какой вам нужен
плюсы и минусы воспитания детей. И всем, как ни странно, нужен именно ребенок ручной, комфортный, покорный, да. Да, который очень вежливый, мечта, который какой, очень какой добрый, очень аккуратный, да, ну как с ним же так здорово жить. Вот. А я тут пишу, что да, это можно выдрессировать, куклачевый кошек выдрессирует, что можно выдрессировать ребенка, но надо ли ему это в жизни, если он будет очень добрый, а вокруг будут недобрые люди, как ему будет житься в этом обществе? Значит, или все должны быть вокруг добрые, или ребенок должен понимать, что добро тоже имеет границы. Угу. А если уже появится вот такой поколение людей, которые хотя бы будут знать, что надо быть добрыми, но с границами, то, может быть, своих детей они воспитают, что те уже будут добрыми без границ. И, может, мы вообще уже скоро забудем, что такое агрессивность, что такое теракт, что такое заложники. То есть мы, как ни странно, приводим к этой ситуации детей сами нашим воспитанием. Если я имею в виду здорового ребенка, который все может понять. Когда дети с какими-то отклонениями в развитии, если какие-то есть психические заболевания, где агрессивность один из симптомов этого заболевания, там немножко по-другому можно воспитывать. И все равно можно добиться, чтобы люди были толерантны, чтобы мы жили в обществе, любя друг друга, а не ненавидя. Нашим телезрителям я напомню, телефон прямого эфира 51-67-67. Ну вот уже даже не 30 минут осталось до конца эфира. Воспользуйтесь уникальной возможностью, потому что Алла Исаковна очень многие годы уже живет не в России и приезжает сюда, дай бог, раза два в год. И вот, может быть, не найдет она времени больше к нам приехать. Воспользуйтесь уникальной возможностью, задайте вопрос. Есть вопрос уже не по телефону, на ICQ пришел. Женя, мы слушаем. Да, Катерина, поступил уже первый вопрос в народную студию, пишет нам телезрительница. Младший ребенок вообще не поддается воспитанию, ей 6 лет. Для нее существует только я, для меня, мне. Договориться с ней сложно. Нервно реагирует на замечания. Старшему сыну 13 лет. Полная противоположность. Воспитываем с мужем одинаково. Как нам вести себя в дальнейшем, чтобы не повредить психику ребенка? Угу. Ну, конечно, трудно дать, да, трудно дать вот совсем правильный ответ на ситуацию, когда не видишь ребенка. Угу. Но я сразу отвечаю, и как-то мне пришлось в этот раз неоднократно возвращаться к тому, что до 6 лет ребенок, он должен иметь свое «я», потому что это период эгоцентризма. И если она даже так все время вот говорит, что она невозможна, то, в общем-то, у нее есть для этого права. Но это второй ребенок, и, может быть, к ней относились немножко по-другому, как к первому. Тут присутствует какая-то ревность между детьми. Может быть, выделяет сына, что он старше, что он наследник молодец, фамилии. Да. Может быть, он хорошо учится, его все время хвалит. Она еще маленькая, ее особо за успехи в учебе незачем хвалить. То есть тут такая ситуация, когда родители должны пересмотреть ну, буквально все моменты своего воспитания и разницу воспитания первого и второго ребенка. Потому что тут получается практически 7 лет разницы между этими детьми, это уже немножко даже отличие поколений. Тут уже вот эта младшая девочка, она уже цифровой ребенок полностью, она уже, наверное, с 2 лет знает, как пользоваться компьютером, она уже, наверное, знает, что такое мобильный телефон. То есть она немножко по-другому осмысливает мир, у нее могут быть эмоции немножко не такие, как у ее старшего брата. Ну как получается? Главное не ругать сейчас за «я, мне, мое». Нет. Дело в том, что «я, мне, мое» это говорит о том, что она личность. Это если будем ругать, то мы будем снижать самооценку этого ребенка. А если у ребенка снижена самооценка, это нивелирование личности. Поэтому надо понять, почему она отстаивает «я, мне, мое», значит, у нее есть какие-то для этого причины, невидимые для родителей. И надо, конечно, не поощрять, чтобы она везде кричала «я, мне, мое», но, в общем-то, делать так, чтобы она все-таки знала, что «я» — это ее личность, что она отличается от старшего брата, что она отличается от родителей, но это отличие должно идти на пользу всей семье, а не для того, чтобы для родителей это были проблемы. Просто это мягко объяснять. Да. Есть у нас еще один телефонный уже звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, Анна Исаковна. Вот я растила так детей, что воспитывала, что они могли сказать свое право. И вот сейчас, наблюдая, что мои дети, у меня 7 внуков, как бы отслеживают, что ребенок будет кушать, что он от его поступков. А я считаю, что ребенок должен себя проявлять,
даже хотя бы в еде, в том, что одеть, он должен сказать свое «я». А у них так, как я сказала, это будешь кушать, а ребенок плачет, не хочет. Я сказала, ты это будешь носить, а ребенку хочется другое. Понятно. Вот, и потом еще старшие родители, уже дети взрослые у нас, пытаются им объяснить, вот я так прожила, ты вот по этому же пути иди. Вот тогда вот так делай, вот тогда так, ну что, у меня это получилось. А сейчас же жизнь современная, очень быстро, и как бы внуки живут под давлением своих родителей, дети живут под давлением взрослых, ну и нету самостоятельности, а потом мы удивляемся, что у нас такие инфантильные люди. Спасибо большое. Большое спасибо за вопрос. К сожалению, вы не назвались, как вам обратиться, но я могу сказать, что вы совершенно правильно рассуждаете, что вот это даже слово «давление», мы не имеем права давить на людей, на детей. Мы можем им просто подсказать в нужный момент. Но вот когда мы диктуем «кушай это» или «одевайся так», в общем-то, мы кроме реакции протеста ничего у них не вызываем. Естественно, если ребенок маленький, и ему надо, например, он болеет, именно какую-то определенную еду съедать, то это можно просто сказать и объяснить, почему это надо. Когда он уже постарше, он имеет право на выбор. И я вам хочу сказать, что я в свое время заведовала кафедрой детских болезней, где мы обучали студентов, как надо правильно кормить ребенка до года. Вот вы, наверное, сами знаете, грудное вскармливание, там, если это искусственное вскармливание, там сколько там надо калорий, чтобы содержалось, вот в каше, там, молоки. В общем, что я хочу сказать, сейчас везде отказались от этого, и уже ребенок первого года сам выбирает, что он хочет есть. То есть вот он хочет кашу или он хочет молоко. Уже если сейчас он конфеты одни хочет? Ну, он просто до года, если вы ему не покажете, то он не будет есть. Если вы уже ему показываете, то надо объяснять, что конфеты – это уже как бы награда, это уже как бы десерт. То есть дети намного умнее, чем мы думаем. И я совершенно согласна с этой бабушкой, которая сумела уже полюбить семерых внуков и встать на их защиту, потому что внуки всегда изумительные, что, в общем-то, родители не должны диктовать детям свои условия. Они должны понимать, что действительно другие времена, другие нравы. Ну, конечно, если ребенок у вас выходит в мороз в купальнике, то я понимаю, что тут надо уже ему объяснить. А если речь идет о чем-то другом, то вначале надо выслушать ребенка, потом высказать свои аргументы и найти нечто среднее. Потому что дети, когда их понимают, они идут навстречу родителям так же, если родители идут навстречу им. Или, может быть, возможен ли вариант, если ребенок обожает там одни макароны, готов целыми днями есть, может быть, предложить ему какую-то альтернативу, макароны с мясом, например, либо чтобы выбор был? Да, во-первых, надо понять, почему он обожает именно эти макароны, с чем это связано. Ну, я хочу вам сказать, что макароны – национальная еда у итальянцев, и по последним, в общем-то, исследованиям оказалось, что самые счастливые итальянцы именно потому, что там такие соусы к этим макаронам, что они поднимают настроение. Может быть, ребенок ощущает счастье, когда именно макароны ест. Но, естественно, если вы начнете рядом с ним, особенно маленькому ребенку, вот есть эти же макароны с мясом, и говорит, ой, как вкусно, попробуй, он захочет попробовать. Может, ему понравится такой вариант. Но я еще раз хочу сказать, я не знаю взрослых, которые бы вот ели только макароны. Все равно, когда они вырастают, какие-то другие предпочтения появляются, и все. То есть из-за этого не должны быть конфликты дома, не должны быть ссоры. Это, в общем-то, вы предлагаете, но вы не имеете права наставить, потому что он личность. Я еще раз говорю, мы имеем право на все, потому что мы над родителем, над детьми, но мы нивелируем личность ребенка, а хотим, чтобы он был личностью, когда вырос. Еще один телефонный звонок примем. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Вот у меня внучке исполнилось вот-вот 2 года. И мы стали замечать, что она вот внезапно, у нее появляется какая-то агрессия. Вот она играет, что-то подойдет, спросит, скажешь ей, вот, например, отрицательно, она подойдет, тебя стукнет, может царапнуть. И вот она у нас сейчас ходит на 4 часа в садик, и вот вчера я пришла за ней, и воспитатель сказала, что сегодня она поднимала руку на детей и даже стукнула вот помощника воспитателя. И вот я думаю, нам или обратиться к психологу, говорят, вот по рукам бить нельзя. Слова она не понимает. Объясняешь ей, что вот нельзя, так постоянно же разговариваешь. И вот
не знаю, что делать. Понятно. Спасибо большое. У меня вопрос, могу я сразу задать? Скажите, пожалуйста, как долго она вот сходит в садик? Когда она? Сколько месяцев она ходит в садик? В садик она ходит 2 месяца. Ну и то с болезнями, в общей сложности, может, мы месяц проходить. А приступы, ну не агрессия, как бы, вот такое проявление до садика? Нет, они начались раньше, в том-то и дело. Вот они в каком возрасте они? После года или до года? Где-то в полтора года. Полтора года. Спасибо. Спасибо большое за звонок. Дело в том, что, скорее всего, тут имеет место кризис ребенка первого года жизни, которые родители решили проигнорировать. Вот. И когда во время этого кризиса они еще отдали эту девочку в дошкольное учреждение, где вот мы разбирали очень подробно вчера, именно ребенок любой, чем испытывает стресс, и, в общем-то, стресс иногда проявляется именно агрессивным поведением, то тут наслоение и вот этого кризиса, и того, что она ходит в эту группу, где, тем более, раз она за 2 месяца почти месяц болела, это не легкий тип адаптации, это скорее средне-тяжелый, тяжелый, то, в общем-то, вот эта вот агрессия, это просто реакция протеста. Как это... реагировать родителям? Ну, во-первых, конечно, была ошибка, что у ребенка, у которого уже вот были эти агрессивные реакции, не выяснив, почему, отправили в дошкольное учреждение. Это была ошибка. Сейчас реагировать, ну, по рукам ни в коем случае нельзя бить ребенка. И если это же вот помощница воспитательница или воспитательница, вот когда ребенок замахнул, возьмет, подойдет и погладит по головке, скажет, вот я понимаю, что тебе тяжело, но не надо, не обижайся, тебе станет легче. Как-то вот найти именно тон, ваш эмоциональный тон разговора с ней. И ее оставлять, я бы, например, в садике, такого ребенка сейчас оставляли больше, чем на 2 часа. Чтобы она, когда она уже вот входит в вот это состояние вот предагрессивности, чтобы уже ее забрали домой. Постепенно она войдет уже в свою колею, и, может быть, все это потом пройдет. Вот бабушка сказала о том, что объясняем ей бесполезно. Так ли бесполезно? Двухлетний ребенок. Вот именно, что двухлетний ребенок, у нее свое понятие этого объяснения, ей плохо. Вы понимаете, ей тяжело. И, в общем-то, агрессия – это выход из этого конфликта. Вот если бы ей было 20 лет, и вы бы объясняли, она бы не понимала, другое дело. То есть наша проблема в том, что мы что двухлетнего ребенка, что 10-летнего, что 12-летнего принимаем из одного и того же ребенка. Но у них уровень развития абсолютно разный, и наши слова они по-своему осмысливают. Я хочу просто сказать, я вижу, что у вас очень такие заботливые бабушки. Посмотрите, уже второй звонок именно бабушки. Но это здорово, что у ваших детей такие бабушки, потому что бабушка поможет, как ни странно, иногда больше, чем мама и папа, которые торопятся на работу. Есть еще один вопрос у нас в народной студии. Женя. Катерина, даже 2 вопроса. Конечно. Озвучу первый. Я слышала, что в некоторых взрослых учебных заведениях хотят вести предмет человеколюбия. А почему бы это не сделать с первых классов? Как воспитать детей добрыми? И еще вопрос от нашей телезрительницы. С мужем рассталась, но по выходным муж забирает ребенка к себе. Всячески балует его, покупает дорогие игрушки. А у меня нет таких финансовых возможностей. Тем самым, как мне кажется, он хочет переманить к себе. Как мне вести себя, чтобы ребенок понял, что я люблю его не меньше, чем отец? Спасибо за вопрос. Я очень быстро. Да, человеколюбие. Но вот я тут как раз, вот видите, я тут описываю, как можно сделать, чтобы ребенок у вас был добрый. Дело в том, что, понимаете, ребенок рождается с человеколюбием. В общем-то, 15 месяцев считаются самые большие альтруисты – это дети. У них, в общем-то, сопереживание, эмпатия развита на 100%. Мы своим воспитанием делаем все возможное, что они потом теряют эти качества. Поэтому надо начинать с нас, а не с детей. Если дети будут подражать нам и будут видеть, что рядом родители, которые, в общем-то, добрые, они всегда будут добрыми. Так что вот человеколюбие надо вводить уже не со школы, а это надо, чтобы родители, прежде чем они думали, что они будут родителями, понимают, что главное – это все-таки человеколюбие. Потому что, еще раз говорю, мы с такими задатками рождаемся. Мы даже сами недооценим, какие могли бы мы быть прекрасные люди. Но мы прекрасными людьми. Но мы, вот, к сожалению, все это теряем. На второй вопрос, что я могу ответить? Эта ситуация, к сожалению, сейчас во всех странах, и количество разводов не сокращается, а нарастает. И, в общем-то, что в данной ситуации? Очень хорошо, что мама дает возможность общаться ребенку с папой, потому что не все мамы это делают. На это идут. Но
то, что папа покупает то, что не может купить мама, я бы не видела в этом именно негатива. Потому что современному ребенку хочется иметь именно то, что есть у других детей. И если у мамы нет для этого возможности, а у папы есть, ребенок, любящий маму и которого любит мама, он это оценит не так, как оцениваем мы. Мама это оценивает со своих позиций. Я понимаю, что она, в общем-то, по-своему права. Но ребенку, я уже говорила, нужна безоценочная любовь. Никакими игрушками ребенка не купишь, если он будет чувствовать, что это любовь именно купленная. А то, что он будет иметь, в общем, то, что мама не может, а он даже как-то папа помогает маме выйти из этой ситуации. Поэтому мама просто по-другому, под другим углом зрения должна на это взглянуть. И все. И я думаю, что ничего не знаю, да? Может быть, и мама с папой опять решают жить совместно, если они любят так ребенка. Еще один вопрос, опять-таки, из Народной студии. Женя. Вопрос адресовала нам Ирина. Я воспитываю сына одна. Хочется, чтобы вырос настоящим мужчиной, а не маленьким хлюпиком. Если была бы девочка, наверное, было бы проще, так как мальчикам нужно мужское внимание. Подскажите ценные советы. Я думаю, как вот не печально, это часто встречается в нашей жизни, такая ситуация, где даже мама по одни, последним да? данным, матери-одиночек сейчас где-то в России почти 400 тысяч. Дело в том, что, в общем-то, смотря что подразумевает под настоящим мужчиной и под хлюпиком. Потому что настоящий мужчина – это, в общем-то, мужчина, который понимает, что на его плечи должно очень много лечь. Угу. А многие считают, настоящий мужчина – это мужчина, который умеет драться, который умеет защищаться и тому подобное. И опять, конечно, в такой семье хорошо, если есть хотя бы дедушка, хотя бы какой-то брат, просто модели. Да, друг семьи. То есть надо, чтобы просто он видел модели такого поведения, этот мальчик. Но сейчас современные мужчины, пусть они на меня не обижаются, иногда слабее, чем современные женщины. Поэтому уже для такой роли надо выбирать именно мужчину, который может стать для него примером. Но я опять говорю, что, в общем-то, сейчас таких семей очень много, и я вижу, что иногда в таких семьях более достойные мужчины вырастают, чем полноценных, вот где и мама, и папа. Поэтому просто надо подобрать вот подходящую модель. Может быть, книги какие-то вот давать ему читать, где вот такие героев, которые могут вот ему помочь как-то. И я думаю, что было на кого равняться. Да, тут особо нет такой проблемы. Она, я говорю, если бы это было одиночное, я вам хочу сказать, вот раз уже до этого дошли, что мне как-то рассказывали про одну маленькую девочку, которая не была папы, и в группе у нее спрашивали, ну вот, говорит, ну где твой папа, где твой папа? И она подумала и сказала, он еще просто не родился. Замечательно. Еще один вопрос. Телефонный звонок у нас есть. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела вашему гости. Не забыла, как ее зовут. Алла Исаковна. Алла Исаковна, вам задать вопрос. У меня вот доченьки 2 и 3 возраст. Вот мы не знаем, как ее отучить от того, что она дерется со своими сверстниками. Все вот выражает, что это у нее, это мое, это моя мама, это мой папа. Не трогай мою маму, не трогай моего папу. Как бы, что бы нам делать, что бы вы нам посоветовали? Спасибо за вопрос, но это вот похожий немножко вопрос, который был. Опять, тут возраст, понимаете, значит, тут надо понять, это или уже начинается кризис 3 лет, или это продолжается кризис 1 года жизни. Но дело в том, что, понимаете, в этом возрасте часто дети, когда зимой много снега, не дают снег. Это иногда возрастная, как бы я сказала, жадность. Тут только не реагировать агрессия на агрессию, а уводить, может быть, раньше ее увести от этой ситуации, чем она наступает, если вы знаете, что у нее сейчас такой образ реагирования. Потом она подрастет, и, может быть, вы будете страдать от того, что она слишком добрая и мягкая будет. Это такой период. Пугаться не надо, но она не должна видеть дома агрессивное поведение взрослых. Чтобы не вот это самое главное. Потому что она подражает кому-то. И еще один вопрос от телезрителя примем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот учу внучку, чтобы она хорошо относилась, уважала всех, и взрослых, и детей всех. И вот когда говорю о папе, она замахивается и такое недоброе лицо. Я говорю, почему? А он, я его не люблю, потому что он на компьютере сидит и много спит. А, ну, приходит теща, его ругает. Я говорю, а кто тебя кормит, кто тебе варит, кто вас стирает? Тебя папа когда-то обижал? Нет, никогда. Меня мама обижает. Вот. И теща приходит, она не скрывает свои слова.
и характеризует mm-hmm. очень даже при мне некрасивыми словами моего сына. И mm-hmm. потом она ну, в общем, я волнуюсь от того, что ребенок это слышит и mm-hmm. воспринимает. У меня сын не пьет, не курит. По-другому будет относиться к папе своему, боитесь, да? Хорошо зарабатывает, очень хорошо относится к семье. Mm-hmm. Вот теща приходит, дает такую характеристику, и дочь также уже по другим взглядам смотрит на моего сына и внучка. Спасибо. Mm-hmm. Спасибо. Спасибо. Сколько лет вашей внучке? Шесть лет. Шесть лет. Ну, mm-hmm. видите, вы, в общем-то, задавали вопрос и отвечали на этот вопрос, что, в общем-то, к сожалению, вот считается так, что брак состоится только тогда, когда родители жены или невесты примиряются с родителями жениха или, в общем-то, мужа. Потому что, к сожалению, вот эти вот разногласия в моментах воспитания между семьей мужа и жены, они сказываются на детях. И у вас вот такая же ситуация, что когда в присутствии ребенка оскорбляет его папу, и если для нее значима та бабушка, то она смотрит на папу этими же глазами, не видя достоинства mm-hmm. его. Но вы начали с того, что она обвиняет папу, что он сидит за компьютером. Точнее, это сейчас очень большая проблема, потому что сидя за компьютером, он не уделяет ей внимания. А ей, наверное, хочется, чтобы папа с ней пообщался. В 6 лет это еще период романтической любви к родителю противоположного пола. Uh-huh. Она обожает этого папу, а папа обожает компьютер. И плюс, когда еще она слышит, что папа такой сякой, то вот эта обида, в общем-то, как снежный ком, она нарастает. Поэтому тут вам, в тещу вы все равно там, или свекровь, кровь вы не переделаете. Но если папа будет приходить вместо компьютера играть со своей дочерью, гулять с ней, рассказывать какие-то интересные истории, то она будет обожать его еще сильнее, чем может быть даже надо. На такие вещи, наверное, обращать внимание не будет. Тут надо именно понять, потому что у нее период, первая романтичка начинается где-то с 4-4.5 лет, и это такой период, когда даже мама не нужна. Только нужен папа для дочери. Поэтому я думаю, что ваша ситуация исправима и только зависит вот от... Ну, в общем, я вижу, что вот эта новая книга, которая только что вышла, что она очень многим нужна, потому что она дает ответы на очень многие ваши вопросы. И иногда мы делаем, значит, из мухи слона, где, угу. может быть, там ничего такого, да, нету. Еще один телефонный Пожалуйста. Звонок. Масса звонков друг за другом Пожалуйста. Принимаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем. Звонит бабушка, внуку 10 лет. Потрясающая бабушка. Родители разведены. Папа общается время от времени с сыном. Дело в том, внук вырастает, что боится всего. Ну, мы говорим, давай научиться на велосипеде кататься, сверстники уже катаются, а он боится садиться. Ну, вот приходит со школы, это телевизор самое главное, компьютер, и уроки сам не хочет делать. Что делать? Вопрос, да? как и давно развелись родители? 3 года было ему. Ему было 3 года. Давно. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Но дело в том, что, опять, понимаете, тут то, что вы говорите, вот он всего боится, это просто высокий уровень тревожности у вашего внука. С чем он связан, это надо понять. Или в 3 года, может быть, был очень сильный стресс во время именно тогда, когда распадалась семья, и у него это осталось на долгие годы. Угу. Или какая-то другая причина. Но я вам просто хочу сказать, дело в том, что у детей, в общем, так психология, вот такая у них психология, что когда родители расходятся, они сейчас считают, что это они расходятся из-за того, что он плохо себя вел. Не ел кашу, он там не оделся как надо. В 3 года, мы уже говорили, у ребенка кризис ребенка 3 лет. Он становится иногда невыносим. И вот когда вот папа ушел, может быть, он и считает до сих пор, что он был виноват. К сожалению, эта следовая реакция остается на долгие годы. Я думаю, вам просто надо обратиться к хорошему психологу, чтобы он вообще оценил, вот в чем, что происходит с этим ребенком. И, конечно, прекратить его вот, занятия, чтобы он очень долго находился за компьютером, но где-то полчаса, 40 минут. И, конечно, с телевизором. Это тоже вот эта книга, я не успела показать «Дети нашего времени». Здесь я о достоинствах и недостатках пишу вот этих современных наших зависимостей детей. Анна Саковна, я очень прям жалею, что у меня программа длится всего полчаса, потому что я думаю...
вопросов и ответов на них на ближайшие часа 3-4. Ваши бабушки. Слушайте, надо отдельную передачу посвящать. Удивительные бабушки. На вопросы о воспитании детей отвечал нам сегодня профессор из Вены, президент Всемирной организации родителей, признанный специалист в области дошкольного воспитания и детской психологии Алла Баркан. Алла Исаковна, спасибо вам большое. Спасибо вам огромное за то, что вы очень видно, что вы любите весь мир прям. И детей. И детей особенно. Спасибо большое. Всего доброго. Ну а с вами, дорогие телезрители, мы увидимся в понедельник в полдень. Гость эфира, психолог Светлана Сабали, расскажет, как после развода бывшим супругам остаться друзьями. Ну или хотя бы не врагами. Телефон редакции 725-400. Еще небольшое объявление. 1 июня наш телеканал представит яркий и красочный благотворительный проект «Юрган детям». Шоу-программа, конкурсы, ярмарки детских поделок. Все это и многое другое с 8 до 10 часов вечера в прямом эфире. Наша цель – собрать деньги на специальные обеззараживающие аппараты для инфекционной больницы и оформить детскую площадку реабилитационного центра для детей-инвалидов «Надежда». Каждый из вас может принять участие в нашем празднике. 1 июня мы вместе с вами будем творить добро в прямом эфире. Следите за анонсами. Ну и на этом я передаю слово моей коллеге из службы информации Татьяне Супряткиной.